Поселок Сумкино нуждается в хорошем спортивном комплексе со стадионом, с безопасным покрытием волейбольной и футбольной площадках. Эту проблему обсуждали на встрече «Партактива Единой России». В рамках Гражданского университета обсуждали много вопросов, в том числе и реализацию партийных проектов в поселке. Состоится наш проект «Театр на колесах», в рамках которого детки, дошкольники и школьники смогут посетить бесплатные спектакли, организованные театром кукол. Также для жителей проведут праздник «День флага» и состоится парламентский урок. Члены молодежной палаты при областной думе приедут в поселок, чтобы пообщаться со своими сверстниками. А в конце августа состоится открытие фотовыставки на Сумкинском судоремонтном заводе. Сделаем доску, которая вот именно в рамках «Человек труда», посвятить его нашим работникам, которые внесли большой вклад в развитие предприятия. Стараемся, чтобы в этих рядах этих фотографий уже была молодежь.